Устойчивый рост – это не просто эвфемизм. Это нонсенс такой же, как и постиндустриальное общество. До тех пор, пока существует двигатель внутреннего сгорания, простите, ни о каком постиндустриальном обществе не может идти речь. Так же, как не может идти речь и о том, что может быть как-то устойчиво общество, потребляющее природные ресурсы, живущие на ресурсной ренте. В этом случае надо говорить не об устойчивости, а о жизнеспособности. А жизнеспособность социума заключается в его возможности активно сохранять свою структуру и функционировать в пределах колебаний, под естественных колебаний, под внешними воздействиями, неважно какого характера, природные ли, техногенные ли. Так вот, это касается прежде всего природных систем. Не забывайте, и мы не должны никто забывать о том, что мы по-прежнему остаемся экосистемой. И смена парадигмы, необходимость смены парадигмы, в общем-то, следствие того, что выяснилось, что наследие Великой Французской революции исчерпало себя к сегодняшнему моменту полностью. Человек, несмотря на научно-технический прогресс, а часто и благодаря ему, оказался куда более зависим от глобальных природных процессов и, внимание, от знания об их природе, нежели считалось ранее. Все природные процессы возвращают нас к классической борьбе за Землю. Это борьба за сохранение Земли и ее качества внутри самого государства, это борьба за сохранение возможностей существования в региональном уровне, на глобальном уровне. И я хочу привести здесь весьма интересные данные об интегральной устойчивости природных территориальных комплексов Европы. Посмотрите, где находятся самые устойчивые экосистемы. Не с этим ли отчасти связана та политика геополитического давления, да простится мне эта тавтология, когда именно в регионах с наиболее устойчивыми территориальными комплексами реализуется стратегия глобального гегемона. Все остальное может рассматриваться как неустойчивое еще и потому, что это та кладовая, та ресурсная база, из которой будет выниматься и природный ресурс, и устойчивость за счет того, что наиболее устойчивые части территориальных комплексов будут превращаться в рекреационную зону для золотого миллиарда. Так вот, может оказаться в один прекрасный момент, что и эти зоны станут, благодаря такой же политике, неустойчивы политически. Вот почему, хотим мы этого или нет, государства остаются единственным эффективным управляющим на своей территории, независимо от того, какие мигранты и по какой экологической причине куда хлынут при переселении, при перенаселении этих территорий. Государство будет испытывать огромный напор этнополитических конфликтов. Когда забирается кусок хлеба, думают обычно о том, кто по национальности конкурент. До тех пор, пока существовал достаточно сильное государство под названием Советский Союз, о нем никогда не говорили в категориях модернизации. Модернизация, само понятие,
было разработано в середине 20 века американскими политологами применительно исключительно к странам третьего мира и предполагало развитие там заимствованных технологий по заимствованным образцам. То есть для тех территорий, где государства либо не было, либо государство было невероятно слабо. То есть эти государства представляют собой ту самую ресурсную базу. Поэтому надо понимать, что если раньше по отношению к Советскому Союзу использовался термин преимущественно конвергенция, то уже само употребление даже нами термина модернизация говорит о том, куда мы потихонечку мигрируем и что происходит в нашем сознании. Речь идет отнюдь не о моей тоске или тоске, так сказать, тех, кто разделяет мой взгляд, так сказать, по поводу нашего советского прошлого. Речь идет о силе и слабости государства. Либо государство развивается в направлении возможностей контроля над своими территориями, либо оно утрачивает свою силу. Так вот, для того, чтобы модернизировать и, то есть перестроить, изменить, развить технологии, надо сначала выработать собственную стратегию, стратегию сильного государства. Вот до тех пор, пока эта стратегия не будет внятно сформулирована, до тех пор, пока мы не поймем, что такое стратегия, это целеполагание. Пока мы не поймем наши цели в отношении нашей территории, нашего населения, каковы? Мы что, только территория между мост, между Западом и Востоком, или мы еще что-то сами по себе? А вот когда еще мы что-то сами по себе, вот тогда мы начинаем думать не о восточных, не о западных образцах, а о том, как использовать и восточные, и западные образцы в собственных нуждах. Потому что только тогда даже западный тип модернизации вне западных государств хорошо прививался, так когда он прививался на использование собственных ценностей и собственных интересов. Восстановить систему госзаказов в научно-технической сфере, а это значит восстановить представление о реальном мире, о том, что же происходит в природе, не ссылаясь на опыт западных исследователей, принимая его во внимание, но проверяя на отечественной базе. Почему мы отворачиваемся от собственных разработок? Они вполне конкурентоспособны. Но поддержать их может только сильная государственная политика, собственная. Потому что никакое другое государство в них не будет заинтересовано. И, наконец, необходимо привлечение к обсуждению проектов чрезвычайно широкого круга специалистов, а для этого предварительно и параллельно с этим необходима качественная площадка для обсуждения. Это может быть интернет-площадка, это может быть площадка бумажных СМИ. И в заключение хочу сказать, что наш журнал «Пространство и время» становится постепенно сам по себе, вот такая происходит самоорганизация, такой площадкой для научного обсуждения подобного рода проектов, как в гуманитарной, так и в естественно-научной сфере.